сидела. И вода начала надела, подбираться. Что останемся там. А потом как начала бежать вода с такой силой, что... На 100 метров вода ишла. Ну как не хотели, они не успели даже уйти. Очень быстро вода подошла. Много здесь людей? Если свист, надо нырять. Она вчера уже поднималась. Я все не верила, что она поднимется высоко. Ну, вот так. Ну, ось, дивіться, от так от було. Десь пів метра точно. Вже залишилося, ну, ще якщо на метр підніметься вода, то вона вже буде в будинку. Та це наш дом жилий. Це жилий. Звісно, був. На старості лет получила подарок. И деревянный. Что теперь не спать не могу, не есть не могу, и попасть в квартиру еще свою не могу. Потому что русские, наверное, подбили дамбу, не подумавши, как говорится. It's scary, but not so much as you're bombed all the time. Ну как можно было это сделать? Ну как по... Ну ладно, война. Вы воюете, вы солдаты, вы прорывать ГЭС. Нормальні люди такого не зроблять. Ті, хто це зробили, це терористи.